В Красноярске очевидцы записали на видео задержание пассажиров авто, в котором полицейские обнаружили наркотики. Сейчас запись одна из самых просматриваемых в социальных сетях. На ролике видно, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль на улице Железнодорожников и уложили двоих пассажиров на землю. При этом один из них сопротивляется, пытается вырваться и просит о помощи. Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции, инспекторы остановили эту машину для проверки документов. У пассажиров оказались признаки наркотического опьянения. Тогда стражи порядка решили провести досмотр, но мужчины оказали сопротивление. Поэтому к ним пришлось применить спецсредства – наручники. При досмотре в салоне автомобиля обнаружили наркотические средства. Известно, что 41-летний водитель был трезв.